Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. На своем канале я часто вам рассказывал про различные блокчейн-проекты, ну и способы заработка криптовалюты. Однако почти все из них были либо слишком сложные, либо требовали больших начальных вложений. Так что в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о проекте, который позволяет зарабатывать криптовалюту на играх, ну и простых заданиях, при этом совершенно без вложений. Называется проект XWorld. Он представляет собой многофункциональную Web3 платформу, реализованную в виде простого мобильного приложения. Каждый из вас может прямо сейчас скачать приложение XWorld на свой Android смартфон через Play Market по моей реферальной ссылке и начать зарабатывать. После установки в приложении надо будет зарегистрироваться. Сделать это можно через номер телефона, Google аккаунт или социальные сети. Когда аккаунт будет готов, рекомендую вам сразу перейти в меню и выбрать раздел «Подарочный код». Тут вы сможете ввести мой промокод, который даст вам несколько сотен нативных токенов Build. То есть только скачав приложение, вы уже получите первый доход. Однако учитывайте, что мой подарочный код имеет ограниченное количество активаций. Далее вы можете перейти в раздел с приложениями и начать выполнять них задания, получая за это награды в нативных токенах Build. Большинство приложений достаточно просто скачать и один раз запустить, чтобы уже получить награду. В каких-то требуется выполнять определенные задания для большей награды. За каждое приложение вы получаете токены Build, которые можете сразу во внутреннем обменнике поменять на USDT и вывести. Я, например, за пару недель активной игры в XWorld сумел заработать больше $200, которые затем успешно вывел на свой криптокошелек. Вам же даже криптокошелек может не понадобиться. XWorld поддерживает и депозиты, и выводы самыми разными способами. Тут можно выводить заработанную прибыль сразу рублями на банковскую карту. Из крипто же поддерживаются USDT, в сетях Polygon и BNB Smart Chain. Однако сразу выводить все заработанные токены я вам не советую, ведь их в XWorld можно всячески приумножать. Например, есть игры, в которых мы можем вкладывать свои токены Build или даже сразу USDT и получать за них еще больше наград. Допустим, игра «Мастер побега». В ней нам просто надо выбрать комнату, которая в конце раунда избежит посещения маньяка. Если угадали верно, получаем награду, размер которой зависит от размера нашего вложения и общей суммы проигрышей других игроков. Еще есть игра «Спринтерский забег». Тут одни игроки участвуют в забеге, а другие могут угадывать, кто из них придет первым или последним. Если угадаете верно, приумножите поставленные токены. Вкладывать тут можно как токены Build, так и USDT и World, нативный governance токен проекта XWorld. Еще больше дохода с игр мы можем получать за счет участия в турнирах, где нам потребуется всего лишь оплатить входной билет. Дополнительно мы можем увеличивать свой доход во всех приложениях за счет системы XSprite. Это, по сути, питомцы, которые бывают разных уровней редкости. Каждый из них увеличивает любой наш доход, получаемый из приложений. Чем выше уровень питомца, тем выше бонус. Причем эльфов, самых крутых питомцев, можно также продавать на внутреннем маркетплейсе и сдавать в аренду другим игрокам. А если вы просто хотите получать пассивный доход, то можете воспользоваться программой доверительного управления XWorld, с помощью которого можно получать ежедневный доход в USDT со ставкой от 8 до 15% годовых. И, конечно, у XWorld есть партнерская программа.
С ее помощью мы можем получать как бонусы в токенах билд за прогресс наших рефералов в приложении, так и зарабатывать 35% от всего дохода наших рефералов. Мою реферальную ссылку на скачивание приложения XWord вы сможете найти по ссылке в описании к этому видео. Также там будет и мой подарочный код, который даст вам бесплатные токены при активации. Только если вы соберетесь инвестировать деньги в XWord, перед этим обязательно проводите собственное исследование, ну и учитывайте все возможные риски. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!